Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Илья Слободин. Приглашаю вас на курс автоматизации программирования в SAPR, AutoCAD и NanoCAD. Курс состоит из двух частей. Первая часть предназначена для инженеров-проектировщиков, которые стремятся избавиться от рутины и повысить производительность своего труда. Вторая часть предназначена для тех, кто планирует профессионально заниматься автоматизацией работы проектировщиков, хочет стать программистом SAPR-приложений. Для освоения курса нужно иметь опыт создания чертежей в AutoCAD или NanoCAD. Уметь программировать не обязательно, но будет проще, если вам приходилось писать простые учебные программы в школе или институте. Курс носит практический характер – минимум теории, максимум программирования. Продолжительность первой части – 24 академических часа. Мы рассмотрим технологию создания чертежей при помощи двух наиболее простых в освоении программных интерфейсов – Autolisp и ActiveX, используя в качестве языка Visual Basic. Вторая часть – это уже 32 академических часа. Мы добавим третий программный интерфейс – .NET, на котором можно решать те задачи, которые на ActiveX или Autolisp решить невозможно. Отличительной особенностью нашего курса является то, что мы рассматриваем параллельно три программных интерфейса, что позволяет сформировать у слушателей целостную картину предмета. При решении учебных задач мы используем тот программный интерфейс, на котором задача решается наиболее просто и эффективно. По окончании курса вы научитесь создавать новые и дорабатывать существующие приложения для AutoCAD и NanoCAD. Освоите средства отладки программ. Узнаете, как создавать приложения, работающие одинаково в обеих SAPR-платформах. Спасибо за внимание. Ждем вас на нашем курсе.